26 сентября в лицее начались работы по программе «Школьные окна». Всего в школе планируют поменять более 100 окон на деньги из городского бюджета. На данную программу в нашей школе было выделено 7 миллионов. По итогам аукциона, по результатам, данный контракт был заключен на 4,5 миллионов. Экономию по этой программе были переданы другим школам. Завершить весь процесс планировали к 3 ноября, но не успели. К этому сроку должна была быть готова уже вся школа. Но на данный момент окна поменяли только на 4 и 3 этажах. Столовую и пищеблок отремонтировали на осенних каникулах, а в спортивном зале все еще ведутся работы. В то время как и учителя, и школьники вынуждены были изменить привычный ход учебного процесса. У нас кабинетная система была отменена, ребятки не ходили по кабинетам, а сидели каждый в своем классе, и учителя мы ходили по кабинетам. Кроме того, параллель шестых классов сейчас учатся в четвертой школе, а часть учеников занимаются во вторую смену. И все с нетерпением ждут возвращения в родные классы. Новые сроки завершения работ уже назначены – 1 декабря. Вместе с тем, городское управление образования уже направило в адрес подрядчика претензию. Скорее всего, исполнителям придется выплатить неустойку. Евгения Креминская, Анжелика Боровинок. Новости Димитровграда.